Дорогие друзья, многие из вас задаются данным вопросом, как проживает на данный момент известный советский российский актер кино Иван Краско. Мы решили об этом узнать сами и сразу же об этом рассказать вам. Мы связались с родственниками актера России Советского Союза Ивана Краско. Мы хотели узнать, как можно связаться напрямую с актером и взять у него небольшое интервью. Но родственники сообщили нам, что на данный момент не время для интервью. Оказывается, Иван Краско находится в Санкт-Петербурге, в одной из лучших клиник России, где проходит медицинское обследование. Что произошло с актером, родственники не объяснили, но мы все так давно все знаем, что в последнее время актер очень сильно болеет. Будем ждать, друзья, его выздоровления. И уже потом постараемся с ним поговорить. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости каждое утро.